Привет, ребята. Пока стоит веб-камера, сгорела лампа светодиодная. Хочу показать. 3000 кельвинов, 11 ватт, Jasway, опять эта фирма. Это GC на 616 8, так, значок ЯК. Сколько проработала, не знаю, и прописал я на ней. Но недолго, где-то год, может быть, где-то так. Так, вот здесь рассеиватель такой снял, он приклеен герметиком. Я уже видел в одном ролике, так, насколько максимально близко можно. Так, еще ближе можно. Ага, все вроде уже. Камера хорошо может хоть приближать, а издалека нифига не видно. Один светодиод сгорел. Вроде можно просто проволочку, по-моему, туда припаять, и остальные будут гореть. Где-то я видел. Один ролик я видел, вроде так сделали. Может, получится. Так, вот это максимум. Ближе никак. Алюминиевая пластинка. И здесь еще внутри тоже алюминиевая колба для охлаждения. Не знаю, как эта колба помогает, но дырок нету. Тепло там, конечно, накапливается. Ну и там детали внутри. И, в общем-то, все пока. Она моргающая, стоила прилично. 100-200 рублей, сломалась примерно через год. Недоволен я, короче, ей. Это все обзор лампы Jasway 11 ватт. Пока всем, ребята, подписывайтесь. Все, лайки не обязательно ставить.